Щелково меняется. Каждый год в городе обустраиваются улицы, скверы, набережные, которые становятся любимым местом прогулок жителей и гостей. 2018 не станет исключением. Этот год будет очень насыщенный на работы по благоустройству. То есть в этом году мы планируем потратить порядка 250 миллионов рублей на благоустройство мест общественных притяжений. Реализация программы «Комфортная городская среда» продолжается в Щелковском районе. Три общественных пространства будут благоустроены этим летом. Это набережная вдоль улицы Шмидта, а также сквер Пушкина перед районным дворцом культуры и территория вокруг Дома культуры имени Чкалова в микрорайоне Чкаловский. В администрации района регулярно проходят совещания с приглашением всех заинтересованных специалистов, на которых обсуждается выполнение пунктов протокола и ставятся новые задачи. 2-3 недели осталось до окончания проектирования набережной. После этого начнутся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Сейчас обсуждаются вопросы переноса коммуникаций, размещения тех или иных объектов, различных согласований. По ключевым моментам учитывается мнение общественности. Например, договорились на территории у дома 1 по улице Шмидта построить спортивную площадку. А вот от площадки для выгула собак жители отказались. Согласовываем мы все ключевые моменты с жителями, с общественной палатой, с советом депутатов. Хочу отметить, что совет депутатов очень помогает в этой работе, вот, как и по выделению средств на это, так и в информационной поддержке. По скверу Пушкина работы на этапе обсуждения расположения инженерных коммуникаций. Параллельно проводятся конкурсные процедуры. Работы начнутся через месяц. Сквер обещает значительно преобразиться. Планируется построить новый фонтан. Он будет с подсветкой, вот, с красивой очень, и с музыкальным сопровождением. То есть я думаю, что это будет такая изюминка нашего города. Что касается сквера УДК имени Чкалова, то здесь пока также идут различные согласования. А, собственно, работы по благоустройству стартуют примерно через 2 месяца. Зато будущий сквер сегодня можно увидеть на картинках. Большую часть мероприятий по всем трем общественным пространствам планируют завершить к дню района и города. Работа ведется, надеемся, что жителям понравится. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».